В Ивановской государственной филармонии состоялся праздничный вечер, посвященный Дню Учителя. Губернатор Павел Коньков поздравил представителей самой важной профессии – педагогов. В преддверии их профессионального праздника он не только пожелал успехов в непростой работе – воспитывать подрастающее поколение, но даже прочитал стихи. С большой любовью вспоминаю свою школу. И сегодня, уже будучи, наверное, взрослым, зрелым человеком, я понимаю, как все мы непросто вам дались. Парка школьная мне снится, и задачника страница, помню всех учителей до одного. Учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. В этот вечер награду из рук губернатора получили победители конкурса лучших учителей Российской Федерации. В Ивановской области их 6, в том числе Светлана Николаевна, учитель начальных классов Аньковской средней школы, которая видит свою задачу в том, чтобы знания детям давались легко. Стараться больше сделать на уроке, чем задать на дом, и подключать информационные системы и технологии в классе. То есть, потому что дома все равно не у всех есть возможность. То есть как можно больше сделать работу в классе. Появились в этом году и новые медалисты среди учителей. Памятные медали за особый вклад в книжное дело и патриот России получили самые достойные педагоги, для которых действительно слово «учитель» не профессия, а призвание. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.